Здравствуйте. Зовут меня Юлия Николаевна. Мне 40 лет. Есть взрослый сын, 18-летний. На данный момент я не замужем. Ищу работу домработницы. Какой у вас опыт работы? Общий опыт работы у меня 3,5 года, с 2006. Но 3 года конкретно я работала в семье. Вот самый длинный опыт работы у меня это 3 года. Какие были обязанности? Я занималась полностью уборкой дома, вип-гардероб, глажка, стирка. Кроме того, уход за животными. Было 2 человека и 4 больших собаки. Также я вела оплату счетов, прием гостей и всякие мелкие, с помощью помощников устранялись всякие мелкие бытовые проблемы. Какая была квадратура дома? 300 квадратов. Какие ваши личные качества? Хвалить себя не буду. Доброта, конечно, коммуникабельность. Взаимопонимание стараюсь добиваться всегда с своим хозяином, хозяйкой, заказчиком, скажем так. Какую работу вы ищете, с каким графиком? Полная занятость, также и частичная, можно рассматривать. В Киеве, Киевской области, можно за границей.